Дедушка с внуком беседует. Внучек, деду, а вот что такое, не могу понять. Вот как-то говорят. То говорят евреи, то жиды. Это что такое? Объясняю. Евреи – замечательная нация. Они трудолюбивы, башковиты, комбинацию не делают, бизнесом занимаются, в шахматы играют, и живут они у Израиля. А есть такие, знаешь, хитрые, только чтобы у соседа что-нибудь такое присвоить себе. Это вот жиды, и живут они в Украине. Ага. Хорошо. Деду, а что такое вот это вот коцапы и русские? Это что такое? Объясняю. Русские замечательные нации. Они фашистов в войну побили. Они последнюю рубашку отдадут. Они такие гостеприимные, веселые. Живут они у Руси. А есть такие, знаешь, чтобы только горелку пить, чтобы валяться кверху пузом под забором. Вот, и чтобы хата у соседа сгорела. Вот. Это вот кацапы. И живут они в Украине. Ага. Деду, не понял. А что такое есть вот тогда? Украинцы хохолы, и это что ж тогда? Объясняю. Украинцы замечательная нация. У них танцуют гопука, спевают песни, у них девчонки самые гарные в мире, да, и живут они у Канады.